Буквально несколько недель назад мы с Игорем Цаем, режиссером Цугцванга, отсняли одну короткометражку на тему Инстаграм, который сейчас очень таки волнует многих в этом мире. На сегодняшний день интернет занимает все больше места в жизни современного человека. Социальные сети стали не просто платформой для общения. Все чаще главные новости мира общественность узнает из интернета. А о подробностях из жизни друзей и знакомых рассказывают фотографии или заметки в социальных сетях. Представители отечественного кинематографа решили не проходить мимо этой темы. Например, актера Санжара Мадиева волнует один популярный фотоблог. Мы просто смеемся над людьми, которые настолько серьезно относятся к социальным сетям, в том числе Инстаграм, что поставил ты мне лайк или не поставил, зачем ты его поставил. На самом деле это жизненное, это просто накопилось. Пришли к такому выводу, что на самом деле такая история, что она всех затрагивает. И мужскую половину, и женскую, вроде как и молодых, и те, кто постарше. По словам актера, идея создания фильма пришла во время беседы с друзьями. Впоследствии все дружно пришли к выводу, что социальные сети порождают много проблем, которых на самом деле можно было бы избежать. Премьера картины состоится в первых числах декабря. Ставишь лайки всем подряд. Всяким тёлкам с сиськами. Причем вообще тёлки с сиськами? Ставишь лайки всяким тёлкам с сиськами, а мне поставить не можешь? Причем здесь тёлки с сиськами? Сволочь.